Всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться со мной на велосипеде по улицам города Саратова. 23 сентября 2023 года. Вторая часть от этого дня. Кто первый смотрел, можете посмотреть. От проспекта Строителей и Антонова до торгового центра. И вот продолжаем по аллейке. Прокатимся по проспекту имени 50 лет Октября до Стрелки, через Стрелку, Большая Горная, до Сенного рынка, улица Рахова и практически до парка отдыха Горького, до Весеннего проезда. Это будет этот сюжет. Следующий буду монтировать там вторая Садовая. На чем закончил, там и буду продолжать. Еще не сделал, но будет вот вторая Садовая, парк или сквер железнодорожников, Астраханская, детский парк прокатился, дальше Астраханская до Сенова и потом в сторону опять Стрелки по Большой Горной уже с другой стороны ракурс. И обратно также до Третьей Дачной, потом, правда, до Трофимовска, по второй прокатной, до Ломоносова. Кто-то писал, что жалко, что по Ломоносова не проехал. Вот проеду по аллейки по Ломоносова, дальше выйдем внутридворовые на проспект Строителей к Саратову, проедем по проспект Строителей с другой стороны, через рынок Народный, выйдем к поликлинике 17, ну а далее ракурс покажу Антонову, который до этого не показывал. Ну и там Рубтимхоз и Кировский район. В этот день я накатал 48 километров с чем-то. Вот пересекаем улицу Деловая, вторая Дачная. И вот, пожалуйста, новая аллейка, новый сквер, ну, как бы отремонтирован. Вот я не проехал, не увидел, что с левой стороны, вот если видите, да, есть велосипедная дорожка. Сейчас я дальше на нее перееду. Вот она здесь появился, я случайно увидел. Широкая, удобная. Мне здесь намного она понравилась. Чем дальше мы будем ехать по Рахово, через Сенной. Здесь она прям отличная. Вот такая она и должна быть, мне кажется, везде. Потому что очень даже разъезжаться или обгонять на велосипеде очень удобно. Но она не такая большая. Но все же, кто здесь живет, покататься детям даже на велосипеде, не мешать, кто гуляет по тротуарам. Еще говорю, мне понравилось. Вот тоже в этом году кто-то спрашивал, меня отремонтировали, как, что, вот проехал, вот вам показываю. Вот два пацана. Взял меня, обогнал и также подрезал. Я не представляю, зачем. Но пацаны есть пацаны, не думают. Здесь у нас заканчивается, сейчас будет Ленинский район. Вот я подъехал, посмотрел, хоть стекла вставили в этой инсталляции. Стекла не было, тогда повышибали. Ну, не знаю, надолго ли это хватит для нашей молодежи. Вот Ленинский район здесь закончился, переезжаем улицу Техническая. И Кировский район, даже знак вот есть. В этот день мы как раз поехали с Ленинского, Кировский, Фрунзенский, Октябрьский. В этот день я не попал в Волжский и Заводской. Ну, Гагаринский, само собой. Смотришь на этих развозчиков. Еды носятся очень быстро. Да, и как всегда говорю, в Ютубе, Рутюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте, Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все как обычно, где кому как удобно. Этот я маршрут вам уже показывал в прошлом году. Проезжал только до тракторной, через тракторной до ЖД вокзала я проезжал. Теперь вот доедем до Стрелки, перейдем ее, переедем. Вот мужик с этой балкой какой-то шел, вот и давай пересекать. Ему что-то, наверное, приспичило. Шел с одной стороны. Как я его объехал?
Солнце навстречу, все понятно. Как обычно, как куда бы я ни ехал. Прям как Икар, лечу на солнце. Здесь вот как люди хотят вот быстро перейти дорогу велосипедистам, машинам, само собой, не успевает. А вот велосипедистам почему-то очень торопятся и думают, что они успеют перейти. Что машина сбивает, не успевает люди тормозить на велосипеде. Выкручиваете руль, иногда вот так вот обруливать. Очень неудобно. Ну, я к тому, что вот второй уже сюжет, говорю, у нас в Саратове хрустиков не то, что не любят, их просто не замечают. Я о том, что велосипедисты хрустиков называют. И вот вам показываю уже второй сюжет, еще буду показывать, и сами смотрите, есть ли у нас, вернее, какая обстановка для велосипедистов, как кататься, как проехать по тротуарам или по дорожкам, которые есть. И повторюсь, уже в очередном сюжете говорю про это, то что 2 с плюсом или 3 с минусом поставил бы. Потому что вроде как бы дорожки есть, но не везде. Тротуары есть, но тоже не везде отремонтированы, и не везде есть даже бордюры спуски. Это я показываю то, что там раньше за автобусом, правда, был этот Лукойловская заправка, то есть начался демонтаж. Обратно покажу, с той стороны уже поедем, где демонтируют гаражи. И вот это будет сюжет выходить 3 октября. И вот мост, где там трамвайные пути должны это проходят, его должны перекрыть. То есть третий маршрут трамвай перестанет ходить. То есть показываю вам исторические кадры, которые обмену возврату не подлежат. И вот здесь вот, да, вот показываю тротуар, вроде бы есть, все есть, но столбы стоят, люди идут. По дороге ехать, еще раз, я каждый раз говорю, я еду, катался на велосипеде Шульц 20 дюймов, колеса маленькие, по дороге на нем ехать не то что неудобно, сдувает, он легкий. Скорость не та, тем более я мешаю только ездить по тротуарам. Он как такой унисекс, он как и подростковый, как и, ну, то есть на нем можно. Складной велосипед, кто хочет, может найти у меня отзыв, посмотреть, а где-то на велосипеде. Вот почему некоторые говорят, что ездить по дорогам велосипедисты. Но неудобно на этом велосипеде ездить по дорогам. С удовольствием бы ездил, но опять смотрите, какая движуха и как летят. Понятно, что это ускоренный просмотр, режим я поставил. Но все же, в чем я ему говорю свое субъективное мнение про Саратов, про то, что как ездить на велосипеде. Все ездят, смотрите, многие едут по тротуарам, по асфальтам. Потому что нас не замечают водители. Уж и пешеходы-то нас не любят и не замечают, а уж водители тем более. Вот, я переходил дорогу. Как ехала машина, так и ехала. И бордюры, бордюры, бордюры. По дорогам с удовольствием бы ездить. Дороги у нас сейчас отремонтированы, но невозможно из-за движухи. Еще раз говорю. А вот по тротуарам бордюры, спуски не предусмотрены. Не, вернее, не везде. Это пересекаем Университетскую. И где есть новый тротуар, удобно ехать, а где старый, весь потресканный и запаска, все ладно, но где ямы, где копаются электрики, там это все неудобно. Сейчас будем пересекать Астраханскую, уже не писал, что это улица Астраханская, потому что мы как бы едем по Большой Горной. Здесь трамвайные пути тоже неудобно, и только велосипед переносить. Такие там ямищи. А здесь у нас блошиный рынок субботний. Люди как сколько выгоняли, все равно
приходят сюда. Потому что сторожевым поездили где-то там на Пугачева. Нет, на Пугачева там тоже. Здесь, смотрите, какой нюанс. Дорожку сделали. Дорожку сделали. И вот смотрите, вот тут выезжаю, а там столб стоит и мусорка на встречном движении. Тут мне столб стоит на по моей движухе. А что, нельзя было линии перерисовать чуть левее, чуть правее? Вот я опять о чем, что какое мое мнение о велосипедистах, как Саратов для этого обустроен. Два с плюсом, три с минусом. Антихвантихерундистик. И в центр приехал. В центре здесь водищи, как обычно. И не последний раз видеть эту воду. Вот здесь заезжаем на улицу Рахова. Я тогда вам показывал год назад, тут еще ремонт шел. Теперь сделали. Дорожка здесь поуже, чем на второй дачной, да? Ну, ехать можно и ехать удобно. Правда, вот получается вот детская площадка и сразу же с пересечением велодорожки. Чуть-чуть как-то ее не обрулили. Ну, зато есть. Высекаем Зарубина, и получается ехать по велодорожке то слева, то справа. Ну, по аллейке, имею в виду. Ну, в общем, центр еще более-менее то. Не везде получается. Вот Рахова. Обратно покажу, какая Астраханская, как по ней ехать на велосипеде. Но только Рахова, набережная. Вот еще сделано на второй Садовой. У нас там поселка Солнечный 2, еще этот пруд симхозный не доделали, парк. Там тоже как бы велодорожка должна быть. Но нету вот такого ощущения начатости и законченности, как бы я назвал, чтобы можно было проехать. Вот я из Солнечного ехал до парка отдыха Горького. Просто недоделки, как обычно у нас. Задумано неплохо, а воплощение обычно хромает. Это мы пересекли Московскую улицу. Здесь откуда ни возьмись появилась скорая помощь. Заехала. Главное вот тоже не заметил. Я приехал же, он даже вот не смотрел. Пересекаем Большую Казачью, она же 23-го ПСМ, и попадаем уже в Фрунзенский район. Вот и чем удобна озвучка. Голос, когда я озвучу, голос маленько горло подсаживается, связки, и прокашливаюсь. Ну вот это мой минус. Чем больше озвучиваю, тем больше кашлять начинаю. Сухость. Беда всех экскурсоводов и гидов. Здесь я смотрел, где граница происходит. Она вот идет тут по границе, как раз улица Рахова. До Шелковичной, это Фрунзенский район. Да, удобно. Вот я вот голубей объезжаю. Обнаглели совсем, пешком ходят. По велодорожке. Улица Советская. Неоднократно все улицы вам показывал на машине, но вот теперь говорю, показываю на велосипеде. В прошлом году я ехал в обратную сторону от парка отдыха. Ну, кто смотрел, здесь получается, почему такой маршрут выбрал? По Рахову в сторону парка с наклоном удобнее катиться вниз, чем я тогда крутил вверх. И в этот раз я, получается, не так сильно устал. То есть надо уметь выбирать маршрут.
чтобы меньше педалировать. А Астраханская, она оказалась более ровнее. Какие-то искажения, вот убирал, и сейчас вот, если заметили, было, да, чуть-чуть синхронизация. Не знаю, чего это, но парочку раз уже вот это было. Выехал из дома в 10:15 из солнечного, ну, а домой приехал, еще катался. Вот очередной чудак на букву М, пешеходный переход, встал, видел, что люди идут, и я еду, велосипедист. Нет, встают уже и стоят. Вот и недавно я вам показывал, уже где-то на Леди Кумача также, бац. Ну что могу сказать, чудак на букву М, ну... Есть разметка. Зачем ты так прижимаешься? Вот вопрос иногда так задают гипотетически. Но без толку, походу. Здесь вот как раз Шелковичную пересекаем и Октябрьский район. И чуть-чуть сейчас доедем еще в Новоденскую и до Весеннего проезда. На этом сюжет заканчивается будет. Жду следующих сюжетов. Рассказал, какие будут. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. До новых встреч, новых сюжетов. Всем пока.